Я полмира почти через злые бои прошагал и прополз с батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок подымался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях. Я шагнул в полутемные сени, за чужое за что-то запнулся в сенях, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом, да на месте моем неприветливый новый хозяин. И фуфайка наем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем я спешил, ни минуты не весел. Он, гад, все вещи в дому переставил моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под Богом войны, а артиллерия нас накрывала, но смертельная рана нашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу воли поднял на подмогу. Извините, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Дескать, мир, да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Но он даже тюхом в ответ не повел, вроде как и положено было. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна раскрылись, когда я ушел, и взглянули мне вслед виновата.